Сегодня в Центральном парке города Видное собралось более 2000 человек. Люди пришли сюда, чтобы отметить День защиты детей и встретить лето. Организаторы подготовили для гостей мероприятия обширную программу. Мастер-классы, конкурсы, праздничный концерт и многое другое. Наконец свершилось то, чего мы все ждали, не только дети, но и взрослые. Началось лето, и сегодня хочу, конечно, пожелать нашим детишкам радости, улыбок, хорошего настроения, чтобы они за летний период успели отдохнуть, набраться сил, энергии, здоровья, чтобы начать новый учебный год. В первый день лета об учебе дети, конечно, и думать не хотят. Сегодня они веселятся и наслаждаются солнечной погодой. Сегодня очень хороший праздник, потому что дети сегодня его отмечают, дарят подарки родители. Мне запомнилось, как мы сегодня танцевали. Настроение прекрасное, потому что солнечно, ярко, прикольно. Весело-то хоть здесь? Да и вообще первый день лета. Да. Какие планы на лето? Ну, веселиться, играть. Как больше проводить время на улице. Праздник начался еще утром и продлился до вечера. Все желающие могли попробовать себя в изобразительном искусстве. Другие выбрали катание на аттракционах. Кто-то стал зрителем увлекательного концерта, а маленькая Маша решила поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте и не прогадала. Выиграла плюшевого медведя с себя ростом. Что ты рисовала на этом конкурсе? Планету рисовали? Планету рисовали. А на ней кто живет? Диалог. Ни один гость мероприятия не остался без подарка. Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева сегодня раздавала вот такие вот мороженки на празднике. Самое главное, наверное, это атмосфера, да? Это детский смех, это улыбки, это радость. Это призы, подарки, многочисленные конкурсы, мастер-классы и общее настроение. То есть это праздник детства. Мы его чувствуем, мы вспоминаем себя, как мы проводили эти дни. И я считаю, что все удалось. Под впечатлением от мероприятия остались не только дети. Весело в этот день было и родителям, которые с благодарностью отзываются в адрес организаторов праздника. Очень интересно. Есть квесты, есть мастер-классы, тот же концерт. Очень все интересно, дети смотрят, всем нравится. Всех детей, детей всего земного шара, с праздником. Пусть у них будет счастливое детство. Такое же, например, как у нас в России. Несмотря ни на какие преграды, они улыбаются, улыбаемся, мы счастливы. Да, от того, что такие праздники устраиваются, и они регулярные, поэтому спасибо устроителям вот этого праздника и вообще за то, что есть этот международный день ребенка. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.